Наше путешествие продолжается. Мы поднимаемся дальше на 300 метров, где будет еще один водопад, который мы посмотрим. В предыдущих видеях наша дорожка была к водопаду «Чудо-красотка», где мы посмотрели все. Там, кстати, температура где-то 8 градусов на водопаде. Ну, мы умылись немножко, ручки, лицо. А там пришли два человека из Казани, которые, на майках у них написано было «карате». И они купались там. Честно говоря, я взял полотенце, но не стал купаться, потому что все-таки у нас некоторое время ограничено. Мы еще должны некоторые достопримечательности посмотреть. И дальше мы движемся вперед. Сейчас мы будем идти в сторону еще одного водопада. Вот. Это же эти. Кто? Ну, фекалии. Кто? Ну, отходы. А я в них ляпалась рукой. Отходы от еды. Ну, разных животных, птичек, может, еще. Да ладно. Ну, кто-нибудь здесь же живет. Я подумала, что это мог. Чего? Когда не видела, я вляпалась. Вот, слышишь, что? Ветки не видно. Сегодня погода просто чудесна. Да. А, Лиза, помнишь, мы вот в Болгарии, где Снежана, пещеры шли? Тоже похожи такие, да? Да, куда только поднимаешься. Да, и в Израиле, помнишь, мы ходили пешком по таким к пещере Ильи Пророка? Да, дальше. В Хайфе. Вперед. Там тоже такая, помнишь, мы шли? Когда вы были, такая, да, вверх, на самый верх поднялись. Да, помню. Там тоже вот такие камни, такая дорожка. Вот. Вот такая вот у нас будет сейчас лестница вверх. Идите не спеша. Лиза, прости, что я чуть там не упал. Так. Сзади меня идут вон туристы. Путешественница, даже путешественница. Так, опа, лестничка. А мы вот поднимаемся вот выше. Да, Лиза нагрузка взяла камни с водопада. А вот мы брали, да? Чай, яблоки, сухарики. Мы там поднимемся, попьем, посидим. Тепло уже совсем становится. Ну, солнышко. Нет, стой, подыши. Подыши. Укулель. Сыграй что-нибудь. Соня, ну скажи нам что-нибудь интересное. Подготовленнее меня будут, извините. Вот. Так что, ребята. Физкультура. Физкультура, хотя бы минимум зарядка каждый раз, каждый день. 10 минут вам
Ничего от этого не будет, зато... Что-то это такие... чьи-то слова напоминали. Такие ситуации. Справитесь. Лучше каждый день по 10 минут, чем полтора часа оделась 5 лет, а потом мучиться. Потом сердце, легкие и так далее. Слова интересного человека. Я думала, что знакомо. Знаете, как Роман Карасев человек говорит? Такой есть один. Да. Интересный человек. Да, слышала такого человека. Да, вот я тоже. Я думала, откуда у меня знакомые такие словечки в голове? А я просто в книге вычитала, у него была цитата. А, интересно. Да. Интервью смотрела. Он известный видеоблогер, что ли? Да, вроде да. Он видеоблогер. Ну, и не только видеоблогер. Да, он известный дзюдоист. Да. Тренер. Он еще, так, знаете, вот срочно рубрику «Зюноката» вел. Да. Срочно разыскивается Роман Карасев. Да. Кто видел его? Кто найдет его? Напишите. 1 000 000 рублей. Да, 1 000 000 рублей. Это сказал не я, это Соня сказала. Да. Поэтому требуйте от Сони. Он где-то в Японии затерялся уже 100 лет назад. Да, в Японии, наверное, не понравилось. Пишет книги. Наше продвижение к следующему водопаду продолжается. И как никогда, кстати, слова Пушкина в стихотворении. Пока камни. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Вот мы занимаемся самопросвещением. Никому, никого ничему не учим, а просто сами самообучаемся. И в этом нам помогает природа. Мать. Ее мать наша, точнее, природа. Вот рюкзак у меня потяжелел, туда попало несколько камней с водопада. Ну, хочется сказать очень хорошие слова в адрес нашего друга Мадина Хаджокова, который нам посоветовал вот такие интересные места побывать. Вчера он нас очень хорошо принял. Так хорошо мы провели вчера занятия в школе Олимпийского резерва номер 4 города Лазаревская. И вот мы наконец-то спускаемся к следующему. Посмотрите, как здесь интересно, а? Как здесь интересно. Вот такие ступеньки. Вот. О! Аккуратно идите, скользко. И вот мы прибываем ко второму водопаду. Это мы находимся у второго водопада, который находится 300 метров выше от водопада Чудо-Красотка, но я так думаю, что это просто продолжение. То есть этот выше находится, видите, вот вода стекает, и там дальше уже водопад Чудо-Красотка. Вот такой вот у нас маршрут. Вот девушки спускаются. Так, и временно
Я прикрываю видео съемку на фотосессии.